Поклониться подвигу солдат пришли ветераны войны и родственники пропавших во время Великой Отечественной военнослужащих. Вечер памяти, посвященный 70-летию Победы, прошел в Аграрном университете. Несколько семей все-таки дождались известия о своих близких, ушедших на фронт. Поисковые отряды нашли и перезахоронили останки трех бойцов, уроженцев Саратовской области, погибших в боях под Смоленском. Среди них Семенов Василий Карпович. Он пропал без вести в самом начале войны. Его внучке Надежде поисковики передали землю с места, где погиб ее дед, и найденные при нем документы. Посетить его могилу планирует вся семья. Всю жизнь бабушка его ждала, весточку какую-то, что-то об нем. Планируем потом все узнать и потом сесть с ребятишками съездим. Хочется просто искренние человеческие слова благодарности сказать поисковикам за их большую и важную работу. Еще раз поклониться всем ветеранам фронта и тыла. Еще раз сказать, что вечная память тем, кого уже нет –